На сегодняшний день в республиканской клинической больнице находится 486 пациентов с коронавирусной инфекцией. У большинства болезнь проходит без осложнений и наблюдается положительная динамика. Однако немало пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в больнице подковидных пациентов перепрофилировано 14 отделений. В реанимационном сейчас находится порядка 40 человек. Айшат Абдурахманова, заведующая отделением, рассказала о том, почему необходима вакцинация. Больные тяжелые, сразу поступают уже с выраженной дыхательной недостаточностью, им необходима кислородная поддержка. Сразу проводится неинвазивная искусственная вентиляция легких. Вакцинация нужна прежде всего, чтобы остановить рост заболеваемости, когда-то должно это все остановиться. Вакцинация является единственным способом для того, чтобы приостановить вот этот рост заболеваемости. Я бы не хотела быть источником для этого заболеваемости лично моей семьи и моих близких родственников.